Приветствую вас, друзья, на канале Сибирская рыбалка. Сегодня 14 февраля. В первую очередь хочу поздравить вас с Днем Святого Трифона, покровителя рыбаков и охотников. И сейчас время 22:20, 20 минут 11, поздний вечер. И крайние выезды на рыбалочку у нас, мягко говоря, не увенчались успехом. Ничего не было. А тут сегодня еще позвонил родственник Хантов, что гараж у него освободился. Завтра поеду, погоню машину на ремонт. В общем, так, на улице у нас 32-33. Ветер сегодня. И до выходных будет холодно. Поэтому сейчас как раз пока на рыбалку не ездим. Поеду, съезжу в Ханты. Сделаю машину. Надеюсь, надолго не затянется этот ремонт. И скопился у меня материал немножко там со всех рыбалок. Ну, не со всех. Когда мне в голову пришла эта идея, начал складывать в отдельную папочку приколы с рыбалки с дедом как раз. В общем, хочу сделать видосик, пока я буду в отъезде, чтобы вы не скучали немножко, чтобы не пустовал канал, не было больших перерывов, так скажем. Ну, в общем, погнали. Предлагаю вам посмотреть эти приколюхи, вспомнить, как это было, посмеяться, весело провести время. Ну, жалуйся, что-то хочешь сказать, я по глазам вижу. Я хочу тебя вломить. Чего ты хочешь? Откушай мои яйца. Нельзя меня кусать. Там сарай погонит. Погонишь ты. Сам бы не побежал. Да я уже третьи сутки не могу сходить. Зачем нам эта информация? Ковырнуть надо, что ли? Да ладно, дед, это ж все юмор. Достану. Ага, все-таки переживаешь за меня, да? А что я тяжелый-то? Дед, а? Что я тяжелый-то? Ты же у нас силач. Просто жена дохуя, да? Да, есть немного. А хотя, знаешь, ты меня не вытащишь не потому, что я тяжелый. Потому что ты говнистый, ты веслом еще добьешь, блин. Поймал! Добротный карась попался. Так, положи полено. Положи полено. Положи полено, говорю, деда. На, держи. Деда, поздравляю. Я-то думал, сейчас прибегу там какая-нибудь килограмма полтора-два. Думаю, отмутерю деда сразу. А нет, не зря бежал. Ну хорошо. Раз у меня спустилось это. Я раз помните вышли. Я поближе хвост показался. Там лопата. Ну да, хорошенькая. Че, почапали? У меня там есть мешок, я тебе дам. Закинешь ее, чтобы не таскать в пайве, то нафиг. А то, говорю, у меня еще дед простудится и вообще. С кем я буду ездить, блин? Да? Че говоришь? Нихуя, с дедом не случится. Значит, у тебя опять трофей там клюнул, но сорвался. Хороший клюнул, да, блядь, тащил, вот уже осталось
метра три. Там как-то крутанулся, понимаешь? Не то, что выпрыгнул, а крутанулся, такой фейерверк этого воды. Хуй тебе еще крутанулся. Ой, деда, деда. Да, ничего. Давай удочку подержу. Записывайся. Конечно. Блять, 4 туда проснулся, лежал. Ага, 5:30, думаю, пора вставать. На ванну еще немного. Как пых ударил этот дроби. Драты. Здравствуйте. Поэтому надо это. Если рано встал, ну блин, ляг ты полежи еще маленько. Ты нет, встаешь. Драты. Проспал, Соня. Дай, дед, щипцы. Пожалуйста. Чтоб ты не расслаблялся. Иди ты нахуй. Запрыгивай, не успеешь. Давай руку. Куда ты без меня? Куда я без тебя? Точно говоришь. Ой, еще глубоко здесь. Не-не, тут уже мелко, дед. Глубоко. Я тебе говорю, мелко. Тебе по шейку будет. Сука, бля. А ты думал? Дна не видно еще даже. Дед, так вот оно дно. Что ты мне рассказываешь? Я ж вижу. Доверься мне, прыгай. Пошел ты знаешь куда? Куда? Нихуя не достаю. Раз, первый, второй, третий. Нормально. Потом раз косо обжирно. Я думаю, дай попробую. Так, кинул, хоп, есть. Отцепил. Отцепил вот так, бросил. Пока ложу, смотрю. Сиди. А ну-ка так попробую. По длине этого. Леску. Раз. Иди сюда. Раз. Иди сюда. Иди сюда, блядь, вот так. И Александр, который отправил мне эту палочку, почитал комментарий и говорит, что много пишут, что деду надо еще спиннинг. И вот отправил тебе палочку новую. Так, тут силиконки немножко. И вот спиннинг. На весь мир, блядь, меня прославил. И сейчас чё-ка, чувак, мордочкой фотопортрет на берегу оставишь. Я туда к тебе в чем приду? Дед, ёб. Давай. Вставай. Это не сильно. Ну а что мне теперь, дед, плакать, что ли? Что тебе лень было обойти? Ай, чудо-юдо, блин. Я тебя сфоткаю. Сфоткаю тебя, давай. И с щучкой, и с Нельмой. Нельма, что? Тебя надо? Давай. С этой удочкой щуку нормально вытаскивать? По окуню-то понятно, что жестковатая. Отцепилась, дед. Сейчас уплывет. Ну-ка, стоять. Будем разговаривать. Ты сам предложил. Так, успокойся, убери своего кабана. Опять меня лишь бы нарезай. Сам позвонил, пошли на рыбалку. Я говорю, пошли. Он сейчас идет, говорит, вот не мог отказаться.
Ну ты баламут, я тебе скажу. Я, кто из нас? Ты? Ты же меня сбаламутил. Ты позвонил, я вообще спокойно дома сидел. Ничего не делал. Пузу чесал. Яйца. Вот так вот возьми его пальцем в рот. О. Не, так ты вот так подними, что ты мне внизу его показываешь. Ты можешь вот так его поперек поставить? Вот так вот руку поверни. У меня рука не поворачивает. Ай, блин, дед, а? Рука не поворачивается. Ай. Дед сидит в корыте. Ну и его стаскивает постоянно, дорогой-то едем. Он говорит, что сделать, чтобы не тащило? Я говорю, пешком рядом идти. Дед. Сейчас ты мне пешком побежишь. Не надо. Я буду пробовать, наверное, на балду попробую, на мормышке буду пробовать, может. Блесенки, ты сало взял, кстати? На сало ты хотел попробовать. Yeah. Взял? Молодец. Возьми с полки пирожок. А ты мне возьмешь с полки кулак. Как скажешь. Ух, бррр. Ветерок-то поднялся, оттуда сейчас дует. Блин, прохладненько. Насквозь одет вовсе он. По-летнему, блин. Как по-летнему? Я одет-то так неплохо. Вот эти места у меня. А почему куртку не одел? Жарко же ходить. Я тебе, блин, ходить жарко. Ты смотри, шляпа у меня есть. Так она с моей стороны, я на нее наступлю, и все, ты не достанешь. Я палку свою достану. Палку свою достану. Ладно, в общем, друзья, на этом все. До скорых встреч, увидимся в новых видео. Всем пока-пока. Пока-пока. Че ты подходишь? Лупить меня собрался опять? Не надо, дед, хватит. Ой, ладно, друзья, до скорых встреч, увидимся в новых видео. Я буду пробовать, наверное, на балду попробую, на мормышке буду пробовать, может, блесенки. Ты сало взял, кстати? На сало ты хотел попробовать? Yeah. Взял? Молодец. Возьми с полки пирожок. А ты мне возьмешь с полки кулак. Как скажешь. Тут малышка, чем нет? Не знаю, дед. Тебе, если надо рыбки, так возьми. Если надо рыбки, так возьми. А тебе? Че мне? Не надо. А ты что, всю собрался забирать уже? Конечно. Только дай добро ему, а? Ну ладно, всю, так забери всю. Дед, на первой точке что? Одного чебачка поймал. Еще сразу говорю, дать тебе силиконового червя. Или глаз у окуня вырвать, насади. Не надо ничего. Достал эту шкурку куриную. Уже четвертый день с собой возит, она уж тухла там, наверное, в этой баночке. Да? У тебя что там, системник перезагрузка идет? Или что? Что ты задумался, в одну точку уставился? Не надо. Поехали. Сейчас поедем. Что, устал что ли? Устал. От чего? В корыте кататься, лежать? За тобой ходить. А что за мной ходить? Снегу, блядь, валом, да мокрый. Лес заснеженный, говорю, красота. А. Деревья в снегу. Вот когда ночью едешь, освещает, смотришь, там как бабка сидит или как заяц сидит. Ну? Интересно. Не знаю, я вот еду, хоть ночью, хоть днем повернулся, блин, как дед лежит в корыте. Не надо ничего там, дед, хватит, говорю. Прекращай. Дед, хватит. Только снимать же. Конечно, снимаю. У меня же должны быть потом доказательства, если что, что ты меня изобьешь. Митяй, откуси ему. Не надо мне ничего откусывать. Одно что? Это садюга, а. Ладно, бутерброд на, Митяй. Кушай, кушай. Бери, хоть рыбы бутер. Нет, вот этот покушай. Ну, хоть бутербродом скажи, покормите меня. Бутерброд бери, дед. Не хочу я. Дед. Да не хочу.
Мне опять начнут писать, что не, ты не кушаешь? Я просто-напросто не хочу есть. Я думал, перекусил перед тем, что ехать. Ребят, я его за кадром отпинаю. Так, ребята, вам вообще, городилка мне вообще, и чая не налить, не то, чтобы бутерброд дать. Вы бессовестные, а? Нет, когда я хочу, я беру и ем, а сейчас я просто не хочу. Когда ты хочешь, я тебя спрятать не могу. Ну, типа, не сильно идет, блядь, придешь домой. Сантиметров 5 уже лежит. А ветерок дунул, все пиздец. Но там все только снег придет. С тобой поговорить, но никак не поговоришь. Так надо в одно горло есть, вторым разговаривать, а ты в два горла жрешь и в два базаришь, блин. Вот и давишься потом. Ой. Дубачок, да? А? Дубачок. Идет сильный мороз южного человека. Чего-чего? Ты записываешься. Говорю, что ты сказал, я что-то не понял. Так ты не записываешь на дело. Делай дырки. Что, у тебя дырки нету? Ай, деда, деда. Не надо меня бить. Так, дед, не надо, говорю, меня бить, хватит. Что ты начинаешь, ё-моё? Пизданута, блин. Нахуя? Кого? А что потом повыёбывав его? Ой, блядь. Ты хочешь ножами об лёд ударить, чтобы я потом мучился бурить? Да. Ну это тогда будет последний раз, когда я тебе лунки сделал. Сам будешь делать. И вообще на рыбалку взял, будешь дома сидеть. Да, конечно, его оставь. Он мне потом придет на буране, колеса проколет. Гусянки спустит. Да, дед? А? Я хуже сделаю. Хуже? Карбюратор у нас. Садюга, блин, а. Ну ты что, я уж мешок поймал, дед. Я уж мешок поймал. Ну, я верю. Ну? Только половину мне оставил. А то все хапаешь, да хапаешь. Так я, видишь, мешок уже наловил, я полмешка-то тебе отдам. Мне одному столько не съесть. Дед, не надо. Блин, дед, хорош. Да успокойся, блин, а. Дед, ё-моё, скользко. Хоть пошевелить тебя немного, а то совсем застыл. Не застыл я, дед, я нормальный. Отстань. Чего не рыбалишь? У меня еще ни одной поклевки не было. Ну ничего, жди. Придет, будет. А что он у тебя замерз опять? На улице тепло. Да, он же у меня подмороженный. Так это ты отмороженный. Я, да, дед, ну хватит, ё-моё. Не заставай меня, дед. О, сработало. Ага. Ты-то балабол еще тот, я же знаю. Да ты что задохал-то? А что ты? Чего хватит? Бацил там накашлял стакан. Говорит, на, говорит, пей. Дед, не трогай меня. Я чапи, ты под ноги смотри. Чуть через лыжу не навернулся. Да ничего не сказал. Не надо. Об меня ломать, тем более пишню. Что говоришь? А, так ты здесь ловишь потихонечку. Хорош. Красавчик. Небольшие, говорит, клюют. Дед,
Вон, смотри, какие. Да, дед, даже вот это для большинства водоемов России это крупняк. Вы посмотрите на него, зажрался уже совсем. Маленький, говорит, клюют что-то. Ой, дед. Че, пойдем чайку бахнем? Идем. Пойдем? А, ты с колхоза уволился, потом там работал? Меня уволили под прочитывание статьи. А что ты сделал? Что ты сделал? Председателя колхоза нахуй послал. Да ты бандюга, ё-моё, а! Николай Фролович, он пришел ко мне в баню. Видишь, баню топишь? Я говорю, топлю. А баня у меня была маленькая такая, жаркая. Он пришел, сел, о, как хорошо. Давно я, говорит, такой жаркой бани не парил, но не мылся. Говорю, вон веник заваренный, говорю, свежий. Давай. Он сел на эту, ну, кинь. Я бросил немножко. Мало. Хоп, окно опал. Я говорю, что, Фролович? Да ну тебя нахуй, говорит, пару не видать, бля, как ты ж хворый, даже уши, говорит, закрутились. Ну, а на этом все, друзья. И, надеюсь, совсем скоро мы увидимся уже на рыбалке. Поэтому до скорых встреч. Увидимся в новых видео. Всем пока-пока.